для тех, кто хочет делать какой-то стартап, мне кажется, Тверь – отличное место. Тверь – это вообще как бы такой IT-хаб. Многие об этом говорят. Мы называем вообще столицей VR. К нам из Москвы сюда едут. К нам едут очень крупные заказчики, чтобы мы здесь что-то придумали, разработали и так далее. То есть Москва, на самом деле, в этом переоценена, на мой взгляд. Не думай, что меня там наградят. Я работаю не за награду, а за того, чтобы вот сделать именно, понять и разобраться. Это же все для себя надо сделать. Как бы, чтобы понять, вот ты приходишь на работу, ты работаешь 8 часов, ты должен как-то, ты же дома проводишь, у тебя дома порядок. Ты и здесь должен прийти, навести порядок, сделать так, чтобы это все хорошо функционировало, работало и, в общем, все двигалось. Я, наверное, горжусь в первую очередь тем, что у нас в компании есть среда, которая сама себя поддерживает и развивает. То есть людям не нужно объяснять, что мы здесь делаем. Мы собрались для того, чтобы делать хороший продукт, возможности максимально просто и экономически выгодно. Я работаю на участке, где делают рамы тележек для вагонов. Это очень ответственное место, и, соответственно, нужны сварщики именно с высокой квалификацией. Моя квалификация позволяет мне варить такие ответственные узлы. Мне нравится то, что я делаю, именно работаю в таком ответственном цеху. Продукция должна быть, соответствовать требованиям качества и должна быть безопасной. Конечно, берет гордость. Я вообще не понимаю, люди едут, отец какой-то с семьей едет, и он там понимает, что да, я собрал, я там что-то делал, я ставил окна, я ставил там полки или еще что-то такое. Мне кажется, это очень, ты едешь в том, что ты как бы создал своими руками. И много людей это делали. В общем, я в восторге просто от этого. Кроме того, что мы созидаем и зарабатываем деньги, они тленные, да? Мне хочется, чтобы я поучаствовал в воспитании поколения, которое будет за нами ухаживать чуть позже. Мне хочется, чтобы это поколение было сильно. Формула успеха, это как бы неиссякаемое желание стать лучше, в принципе, для себя, да, и стремиться к созиданию, то есть стремиться к созиданию в бизнесе. Надо быть с Богом, надо двигаться вперед и, несмотря ни на что, быть впереди. Как бы вас ни откидывало, встал, отряхнулся, пошел, встал, отряхнулся, пошел.